Так, тут пловец какой-то. Это чемпион какой-то. Там встречка, скажите, осторожно, чтобы он встречку не вышел. У вас хорошо там приехал. Олежек дергает, но пока безуспешно. Мы только что видели, как тут все непросто. Сейчас бы лимузинчик проехал бы по месту, где дочь сидел. Было бы круто. Саня на камеру работает. Так, он услышал мои просьбы. Вот где сидел дочь. И все. Я попросил. Не все нормально. Ставим лайки, друзья. Это джипы монстры. Не, куда? Так, не, ну нормально. Вот это круто. Чуть-чуть объехал, конечно. Но все равно молодец. Это круть. Так, там меня зовут. Что-то там происходит. Хаммер вытащили. Там кто-то тонет, я так понимаю. Ну, Саня красавец. Я думаю, тут никто бы не проехал, кроме него. Хотя... Что там происходит? Тут какое-то рубилово, говорят, жесткое. Чтобы не пропустить. Что тут? Что происходит? Ого! Паровоз. 66-й не заводится чего-то. 66-й не заводится, бородач тут. Ну, весело. Поезд хороший получился. Так. Нормальная колонна. Так, оторвалась. У вас тут нормальное вообще место. Ого, классно как. А где вы еды столько взяли? Сварили, да? В магазине. ВТБ? Да, ВТБ. Я понял. Так, что у нас здесь происходит? Ну, какая-то собака-барабака бежит. Собака. Тоже джиперская, наверное. Так, ну, тучи вроде уходят, вон уже светлое небо там. Вова пытается вынять, но что-то пока не очень, да? У него такая подмога, я думаю, по-любому собаку. Сюда не доплыл. А, капает на спину, как зонта. Ну, ты видел? Не, шишига просто... ГАЗ-66 заглох, который посередине между... Не, я говорю, такая яма слева, потом взрыв, тупо вкапывает. Да, да. Может сейчас еще закопаться. Года, да? Нормально. А то даже завестись не может. Да, да, заглох, его надо отцепить. Так, едет бородач опять. Стропу. Завязали. Я понял. Ну ничего сейчас. Они вдвоем хотят? Не, сразу сейчас, наверное, Паша поедет патрол тянуть сразу. Это патрол, который с утра утонул. По крышу полностью ушел со шноркелем. Все ходы записаны. Сможете посмотреть все это. Бля, ты уже глыба. А еще направо. Ого. Слушай! Все! Утонул. Утонул. Все. Ушел под воду. Все.
называть эти штуки? Вылазь! Это жестко. Это жестко. Жесть просто. Так, вон еще кто-то едет помочь. Для рук и для головы. И все. Просто сухой, как я не знаю. Нормальное кино. Так, тут пловец какой-то. Это чемпион какой-то. Там встречка, скажите осторожно, чтобы он встречку не вышел. Чтоб колесо не порвал никому. Пловец очень серьезный. Все продолжается или начинается. Продолжается. Так, двумя машинами. Оторвал что ли? Оторвал опять. Гнилой кевлар. Оторвал! Да, у Вовы трос хорош. Не рвется. Да, там трал. Трал первый, наверное. Да? Да не. Да-да. Ну, канат, да. Кого-то сцеплением запахло. Да, запахло сцеплением. Леша! Чего? На селу я дал свой синий кросс. На селу лежит. У Олега. Но! На трехмостовом, 157-м. Так, ну у вас... УАЗ пошел. Двумя машинами столько вы УАЗ достали. Дедушка Мороз, будет Новый год в этом году? Как в прошлом со снегом будет, да? Дефицит. Снег нынче в дефиците. Так, ну у вас жив, блин. Ох, там и налипло. Не, ну уже как-то попердывает. А бензин кончился. Наверное, да. Наверное, кончился петроль. Так, Олег везет трос. Альфа-Ромео летит. Там пока все без изменений. Захар едет. И Миша едет. Трос надали. Вижу, вижу. А где ты поставил машину? Да. Ну что, нормально? Помоги толкнуть. Подожди, мне трос надо отнести. Помоги трос отнести. Помоги толкнуть. Так, трос у меня. Давай. Несем трос. Ой, тяжелый, зараза. Да. Что надо? Разматываем его, чтобы это, чтобы Пашу посадить, да. Вроде завелся, вон. Завелась? Шишига завелась? Вроде, что-то да. Так, ну там продолжается спасение, трос принес я. А тут «Я твой квадрик шатал» называется фильм. «Я твой квадрик шатал» фильм называется. Давай, классное кино! Повис. Повис полностью. Не, на руках несут по чуть-чуть. Вот это серьезный джипер, очень жесткий. Это просто очень жесткий джипер. Ну там у вас тепло, я смотрю. Сухо, комфортно, да? Электростеклоподъемники. Да, 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 я вижу. Там шагу надо. Там не перетерся надо. Давай. Телефоны.
Да, да, это он. Это я, предводитель, это из нашей секты. Димон, собака за тобой охотится. Так, у вас пока ездит. Это вообще поразительно просто. Сейчас трос длинный. Да сейчас нормально. Сейчас по прямой, чтобы по-правильному. Блин, это жесть просто. Холодно. Да-да, вправо туда. Ну и что сейчас будет? Не мог тянет паровозом. Блин, ни хрена. Тоже присосался. Уже Вова яму там. Ни хрена. Сцепление воняет у Вовы, наверное. Подписчики, вот куда надо. Блин, там динамика, понял, канат, и она, блин, не дает сдергнуть его. Стой! Стой! Да он разгон сделать или поменять. Так, отходи, по траекторию поменять. Отойди! Хорош, все, все, сейчас я... Стой, стой, я возьму. А. Давай за вашу зацепим, вашу вытащим сначала. Так иди с тросом, не, иди с тросом за свою цепляй. Хорошо, Паш, только медленно назад, он не успевает идти. Да, да, поехали. Так, ну, крутой фильм, опять про море называется. Бородач быстро едет очень. Ой, елки. Паша, не спеши! Подожди! Стой, там Вова уже тянет, стой. Поехали! Поехали! Подожди! Вытащил! Пошло! Давай за шишигу цепляй! Так, ну патрол выдернут. Да, да, он сейчас зацепит. Цепляет уже. Так, Таурех вон нам едет помогать. Таурех едет помогать, Паш. Вот такое дно подыленное. Не знаю, вытащит сейчас он. Мотор 30-ка компактная такая. Осторожно!
пока вот так все выглядит. Что, не едет? Это уже давно, да. Как крейсер идет. Патрол сегодня помыли славно, в общем. Сначала по крыше он со шноркелем ушел, теперь здесь добавили. Тут лодочка. Там Михалыч моется. Казанка 5. Вот серьезный автомобиль. Патрол новый, пикап. В феврале купленный, 19-й год выпуск. Максим, какой пробег? 779 километров. 779 километров? Ну да. Ну машина новая. Еще тысячи нету. Нормально. На обкатке ты обкатываешь, да? Обкатываешь, я понял. Я понял. Нормально обкатывают. Такие Ниссаны на конвейере до сих пор. Сейчас Вова поедет двумя машинами. Легкая. Там легкая, а здесь тяжелая с шпаклевкой. Из-за шпаклевки. Сейчас Лова едет, и вдвоем Паша там что-то дергает сам. Пока безуспешно. Пошел, и что-то оттуда ветер, а там просветов нету. Все, зацепили. Не согласовано чуть-чуть. Вова уже копнул. Не-а. Пока не получается. Что-то не идет пока. Вы не вместе просто. Смотри на Вову и стартуй вместе. Еще один динамичный, один жесткий. И тоже оно не синхронное, усилия прикладывает. Еще один едет. Сейчас они в три тяги. Он динамика, а ты жесткая, оно так, ну, неправильно как-то. Так, поехал. Миша в море.
камера моя. Чтобы он там не нырнул, блин. Поворот Таурех показался из-за угла. Стой, там люди, подожди. Стой, стой, Паш. А, ты лебедой хочешь? Сейчас лебедкой попробует, станет на твердо. Таурех подрезает. Волна поднялась. Давай! Стой, стой, не подходи туда! Не едет в эту яму он. Подожди. Не мешаешь ты никому там стоять? Да нет, тут прилететь может просто. Так, друзья, я в какую-то машину попал наконец-то вовнутрь. Да вижу, тут серьезные, серьезные люди тут. Да. Бригада еще та. Хорошо, не бойся. Потянешь праздник? Да потянем, подожди, давай тут закончим, он стоит сначала. Волна поднялась. Яйца, осторожно, яйца сейчас. Бля, фишка работает. Вот оно, здесь тепло, бля, тут тепло, короче. Ой-ой-ой, ты шо? Так, что-то пока ничего не происходит. Да лодка, ты что? Ты что, пьешь или что? Да не, я думаю. Я вижу трос. Ну пока не выняли. Глянь, какую мы цунами запустили нормальное. Так, Вова едет. Блин, тут удобнее снимать, чем там мокрому. Так, тут какие-то движения пошли. Никак не вымут. Газ 66. Глянь, волна какая пошла сильная. Слышь, если мы далеко отъедем, будет все в кадр попадать, да? Согласен, да. Если на километр где-то, ну, на два. Мы можем утонуть, у нас веса хватает. Да? Да. У тебя пассажирская два места, как, да? Как состояние этого человека? Ты сам его спросишь. Как глаз? Глаз как? Огонь, все нормально. Вчера чуть-чуть перепалил. Так. Так ты в завязке сегодня? Да не, нормально. В развязке. В развязке. Так, мы продолжаем двигаться в сторону моря. У нас веса хватает. Да понял, понял. Не всплывем, да, если что? Не всплывем. Так, ну сейчас двумя...
меня машина. Перед Пашей нет троса? Перед Пашей. Малый тягер. Малый тягер. Так, ну тут продолжается. Все продолжается, да? Сейчас давай станем, чтобы печку дул ветер и попадал теплый воздух. А, это Саня, наверное. Твой тезка. Так, что-то тут такие движухи развиваются. Серьезные, да? Так, все, потянули, потянули. Втроем тянут. Втроем тянут, да. Ну, пока что-то. Ничего себе. Леханый бабай, сорвали, сорвали. Охренеть, вот это кино, да. Это кино еще зачетное. Наконец-то. Тремя машинками Захар, Мунимов и Дракон. Да. Так, зеркало полируется, все видно. Все, огонь. Да, достали. Это было непросто. Так, что там с ЗИЛом? Убить ЗИЛа, знаешь фильм? Убить ЗИЛа. Убить ЗИЛа. Вон, сейчас вторая часть будет сниматься. Да, получилось. Кто там его? Паша лебедкой подтягивает уже на берег. Какой ребенок трудолюбивый, видишь? Трос потянул домой. Трос домой. Ох, Олега как сбросило. А не, ну тут машина серьезная, она не застрянет, наверное. Третью сотка, ты переживал за нее. Тут много людей. О, ты долбали, да? О, блин, тут глубоко местами. Слышь, это Запорожец накопал? Вот тут люди в зрительном зале. В феврале купили ее. 778 километров пробег. Только что я... Блин, а вдруг мы застрянем, пацаны? Где? Ладно, поехали. Съездим в лагерь. А вдруг мы застрянем? Мы все умрем, вот это, да, надо? Да не, не застрянем. У нас хорошая развесовка по осям. Согласен, по лесу, да? А вот тут, слышишь? Тут добро верит. Блин, а где Хаммер сидел где-то тут? Ё-моё. В прошлом году тут кто-то застрял, бородач, кажется, я его спасал. Где, кто? Сзади, сзади, сзади.
А вот и Toyota приехала. А вон 63-й, я нашел. Ну что, на въезде стоит? А, ну въезд я ж не пойму, какой въезд.